Этнический фестиваль «Солнце красное» ратует за сохранение и развитие национальных культур народов России. Народная музыка должна звучать в разном исполнении и направлениях, подчеркивает художественный руководитель фестиваля Олеся Евстигнеева. Заслуженная артистка России вместе с продюсером Ильей Кремером проводит мастер-классы для юных вокалистов. Молодые артисты также выходят на сцену и вместе с профессиональными певцами, танцорами и музыкантами. У нас в этом году по-другому выстроена программа. У нас участие в концерте звезд. У нас приехал Сергей Войтенко, заслуженный артист, и Баян Микст. У нас приехала группа «После 11» и другие профессиональные коллективы. В числе концертных площадок был и Южный Молл, а сегодня свои номера участники этнофестиваля продемонстрировали в Доме культуры «Юбилейный». Большой галоконцерт завершил трехдневную работу «Солнца красного». Юные исполнители и танцевальные коллективы получили почетные дипломы национального фестиваля и заслуженные призы. Рады приветствовать этот фестиваль у нас в Сочи. Надеюсь, что количество участников в следующем году будет еще больше и атмосфера еще ярче и красочнее.